хочу сказать, что снова все хорошо. Зря я сетовала на свою жизнь. Она прекрасна. Хандра прошла. По сути, проблем у нас нету. Единственная наша проблема – это отсутствие денег. Все остальное у нас хорошо. Деньги приходят и уходят. В общем, отсутствие денег – это не проблема. Все прекрасно, жизнь прекрасна. Сегодня был отличный день. Вадим с утра принес мне завтрак в постель. Потом я полдня читала книжку, не вставая с постели. Потом мы расслабились, посмотрели фильм еще вечером. В общем, я восстановила свои моральные силы и поняла, что у нас отличная жизнь. Еще мы в баньку, кстати, сходили. И на улице такая чудесная погода. В общем, жизнь снова прекрасна. То, что сломался ноутбук, если подумать и сопоставить факты, то ноутбук сломался, потому что так хотела я. Я последнее время жаловалась на то, что видеоблог отнимает у меня слишком много времени. И вот теперь у меня нет ноутбука, и Вадим будет давать мне пользоваться своим компьютером ровно час в день. Именно столько я и буду тратить на свой видеоблог, на ролики. Ну, собственно, вот то, что я и хотела. Жизнь мне дает именно то, что мне нужно. Главное понимать это, отключать лишние эмоции ненужные, негативные особенно. Потому что что не делается, все к лучшему. Остается дело за малым. Всего лишь заработать денег. Но это не так уж и сложно. По сравнению с тем, чтобы найти себя в жизни, найти свое призвание и стать счастливым человеком. В общем, это ерунда. Главное, что у нас есть какие-то основополагающие ценности. И все будет хорошо. Ну, все уже хорошо.